Тетя Закиска, тетя Закиска. Бабушка, бабушка, я уже иду. Она такая необычная. Интересно, почему? Где она? Я что-то не зашел сюда. Так, так, бабушка. Кому я? Где? Куда она пропала? А, вот она. Это что за нора такая? Надеюсь, это тебе поможет, и ты будешь чувствовать себя лучше. На, держи, держи. Тут ты уже хромая, старенькая. Что происходит? Ой-о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 й-
девочка, мне 6 лет, хожу в детский садик, у меня есть друг Аида, где мастер Лололошка, а ты кто? А я кошка бедроковая, бабушку свою лечу бедроком, вот, да. Вау, а я, кстати, за тобой проследила, потому что ты такая необычная. А как вышло, что ты бедроковая? Ну, в смысле, как вышло? Ну, как бы, знаешь... Чё? Вы тоже люди разные. А-а-а, ну, в плане, много разных наций существует, и вот у нас точно так же. А-а-а, да, ничего себе, я впервые об этом слышу. Слушай, а что с твоей бабушкой рассказать? Ты говоришь, лечишь ее, что случилось? Так она старенькая уже, во-первых. А во-вторых, тоже какие-то школьники-задиры взяли, увидели ее, начали орать: эй, киска, дергать ее за хвосты, там, щупать везде. Вот, потому что она же бедроковая. Они думали, то, что она непробивная, начали как-то издеваться. И вот теперь ей плохо, вот, она даже не говорит, у нее состояние шока. Видишь, она только сидеть может. Бедная киска, бедная киска. А чего ты грабишь наш дом? А мне просто стало интересно, что у вас там есть, может, оружие есть. А я люблю оружие. Не, ну слушай, не подсматривай, это некрасиво, я считаю. Ну чисто ладно, объективно. Ладно, прости, Кис. А, мне так жалко стало тебя и твою семью, твою бабушку. Может, я тебе помогу, а? Давай, дай денег. На лечение. На. Этого хватит? О! Я на самом деле, нет, деньгами эту ситуацию не решишь, потому что бедрок это очень ценный ресурс. Он настолько ценный, что он аж бесценный. А зачем туда попросила деньги? Это что, развод на деньги? Ну, да, ну кушать, понимаешь, хочется, там лосось жарим, ну на тебе взамен. Ой, как мило, кисочка, на картофель. Понимаешь, а остальное уже... Ай, да зачем же мне прям в лицо кидать и на голову? Больно же, шишка. Прости, будет. Киса. Так, в смысле, от стейка шишка? Ты мне картошку кинула. Да ладно, серьезно? На, что, приятно тебе? О, слушай, мне понравилось. Давай будем закидать друг друга картошку. Ау, да опять? Да что ж такое? Хватит. На еще яблочки тебе. Ау. Все, перестань. Ладно, помоги мне, пожалуйста, с бабушкой. Ладно, мама, давай. Помогите, внучата, помогите. Я, кажется, уже скоро умру, если меня не починить. На. Ну, слышала, да? На, бабуль, бери бутылку. Дай, пожалуйста. Рыбки дать? На, бери, бабуль. Моя, как ты изменилась? Ты давно научилась говорить на... Ой, господи, не говорите, ходить на двух лапах. Да, бабушка, много. Я как бы справа. А, о, господи, а это кто тогда? А это вторая твоя внученька, Фласочка зовут. А, ну зрение уже плохое. Ладно, помогите, пожалуйста. Поможем тебе, баб, поможем. Ты говоришь, кто-то обижал нашу бабушку? Школьники, дети. Давай, показывай, сейчас разберусь с ними. Давай. Я просто почему боялась то, что кто-то сюда зайдет, потому что, я же говорю, они ее дергали за хвосты, пытались там ей лапы оторвать и прочее. Я очень боялась то, что сейчас кто-то пойдет, получается, и все наше гнездо кошачье уничтожит. А гнездо? Ну, у вас там всего лишь двое. Ну, а мы как птицы. Понятно. А ты можешь показать, учуять этих школьников? Я им отомщу за нашу с тобой бабушку. Теперь... Конечно, я же бедроковая киска, как бы у меня все обостренное из чувств как раз. Ну, вон они, вот они нападали. Нет, где я не вижу. Богатый школьник, Диман. Если думают, что богатые, думают, что им все можно, не тут-то было. Диман, ты что, вообще страх потерял? Диман, я тебе 100 раз говорила, обижать кисок, это очень... Ты что делаешь? Что ты делаешь? Стой, киска! Это очень плохо. Я тебя не обижал. Ты кого киской назвал? Слышь, вообще-то... Тебя, малая. Ты что, вообще что ли, страх потерял? У меня вообще-то есть свои друзья, так что успокойся. Киса, отходи! Да, отхожу. Опа. Ой, что? Димас. А он живой. Он еще живой, ничего себе, он живчик. Смотри, о, сколько деньги. Забирай, все на лечение нашей бабушки потратим. Это можно столько рыбы купить. Mm-hmm. О, еще и айфон новый, отлично. А, ну айфон, наверное, не нужен, давай мне. Айфон? Ну ладно, о, держи. Спасибо, похвастаюсь своим друзьям в детском саду, а Индику, Димастеру, короче, вот так вот. Слушай, а тут вот он тоже дергал.
Ой, привет, привет, братан. Я слышала, ты тут крысок обижаешь, да? Ну, как говорится, крысок обижать — это типа дело плохое, тебя отомстят. Так что вот, твоя месть пришла. Это меня зовут Фласочка, приятно познакомиться. Да, о, да. Так, подожди, тебя зовут Месть или Фласка? Я тогда не понимаю. Ты сказала, что твоя месть пришла. Ну, ты ж пришла. Ну, тогда я как бы типа Месть, но еще я Фласочка. Я два в одном, понимаешь? А-а-а, ну, да-да-да. Так, а дойди подальше, крыса, сейчас будет бум. Ой, я надеюсь, то, что там... Бабушки норм будет. Ты как? Одно хп. Киска. Киса, ты где? Я под деревом. Киса, я здесь, а все хорошо. Не взрывай только больше. Хорошо, я больше не буду. Мы отомстили за бабушку, а теперь рассказывай, где можно достать бедрок это для нее. Ну, вообще есть бедроковая группировка. Они там толкают как раз бедрок, задвигают всем движем Парижем. И вот можно к ним пойти. Ну ладненько, пошли. Между прочим, а это самое, а с ними что, сражаться придется? Я думаю, мы можем просто попробовать с ними поговорить. Ну, если не получится, тогда придется уже силой брать. А, ну хорошо, пошли. Так, где тут машина? О, пойдем моих родителей машину возьмем. Это же далеко, наверное, да? Ну, это в конце вот этой улицы. Видишь, там, где еще ограждение, что нельзя туда ехать и прочее. Вот нам туда. То, что опасно, везде вывески. Короче, да. Я поняла, вперед, чисто вперед. Поехали. Давай, включи музыку. Сюда прям? О, кстати, а я ж необычная киска, я еще магией умею заправлять. Вот такие мы бедроковые. Вот, видишь, был дождь, сейчас его не будет. Ничего себе, как ты это сделал? Расскажи мне. Так потому что я бедроковая киса, у нас есть способности некоторые. А почему вы не можете исцелить и это, кекать бедроком? Ну, это уже слишком сложно. А, то есть, типа, да, но это уже, наверное, когда проблемы с пищеварением, там, да, с кисельником. Да-да-да. Вот этот дом принадлежит банде Бедрок Стайл. Нам туда. Все, погоди, тут стоит какой-то бедрокмен. Может, вначале с ним поговорить? Слышь, бедрокмен, тут говорят, у вас бедрок можно это взять. Вы не могли бы нам, пожалуйста, чуть-чуть отсыпать? Нам для киски. Спасти одну тут. Поможете? В смысле бедрок взять? А дальше таким мы ничем не занимаемся. Малая, вали отсюда. У нас только бедрок продается 18+. Слушай, вообще-то, может быть, я просто еще не выросла в росте, но мне уже 19. Паспорт покажи. А паспорт я забыла дома, могу водительское удостоверение показать. Покажи. А удостоверение, оказывается, тоже потеряла у меня. Вовсе не буду с тобой разговаривать, я отворачиваюсь. Киса, походу он не хочет с нами говорить, давай взорвем тут. Тоже взрывать? Ладно, давай подействуем другим путем. По старинке, когтями, давай, гори, а, ну гори, или так. Ясно. Слушай, Крис, знаешь, что мне кажется? А? Если это банда, то ты со своими коготочками вообще не справишься. Может быть, мы пойдем, это, закупим тебе оружие? В смысле, не справлюсь? У меня вообще-то коготочки, я тут недавно на маник ходила, они острые, длинные, все. Ну-ка, все, сколько отдала, покажи. А, ну вон, смотри, на, зацени. И сколько отдала за них? Ну, сколько там? 1000 вроде. Ничего себе, дёшево. А ну садись, пойдем, мы тебе новый маник прикупим. Сейчас. Ну мы... ладно. Криса, это недалеко, так что ты не волнуйся, сейчас все будет добрый, хорошо? Хорошо, я тебе верю. Я тебя знаю уже 5 минут, так что я тебе верю. Нет, попрошу, целых 9 минут. Да-да-да. Так, смотри, тут у нас, короче, сбыт и продажа неофициального оружия. Напи сюда. Хорошо, заходим. Заходим. Ты только, пожалуйста, будь нежней. Они очень нежные люди, и они не любят, когда им грубят. Понятно? Угу, я могу просто молчать. Да, ты просто молчи, я сама все сделаю. Я же кошка, я могу просто мяукать, я же не умею разговаривать. Фу, так противно мяукаешь, я б тебя уже... Хвост тебе. О, вот это приятно. Ой, мне аж спать захотелось, так мило. Короче, дыхание. А сегодня будут ваши любимые триггеры. АСМР. Сейчас Фляська, короче, тоже попробует АСМР и сделать своим каверкующим голосом. Короче, Миханя, здорово. Тут это, моей подружане нужно это, ствол какой-нибудь, понимаешь? Мне твой вектор очень понравился. Дай что-нибудь моей подруженьке, пожалуйста.
Так. Ну ты это попробуй где-то поискать тут, ага. Ё-моё, а у тебя алмазов случайно нету? А-а. А выкакать ты их не можешь? Вообще никак. Ну, походу, зря приехали. Ну, Михаль, по старой дружбе, пожалуйста, алмазы. Прости, давай за деньги, без алмазов. Михаль. Ну так, я не могу. Сори, ну сори, так сказать, давайте выход там. Миханя, я у тебя патроны закупаю каждый день по стаку. Ну, пожалуйста, по старой дружбе. А? Все, говорю, до свидания, алмазов нет. Да не пошел ты в жип, задолбали меня. А мне это за что? Прости, Крис, под горячую руку попала, выходи давай, быстрее, пока копов не вызвали. Бесит блин, меня. А алмазов нет. А знаешь, насчет копов, если что, у меня есть тоже друг, братан, там, этот, дельфин-убийца. Слушай, если у тебя есть друг, дельфин-убийца, что ты тогда не позвонила ему, чтобы он разобрался с гопниками, которые обижали твою бабушку? Ну, потому что занятой дельфин, понимаешь? Хорошо, не я тебе... хочется лишний раз дергать человека. А, ну, то есть... ну, да, потому что это дельфин. Смотри, ой-ой-ой, ничего себе, они агрессивные, слушай, это да то, давай, что... залетаем, опа, так меня не надо только. А это то, что нам надо? Да-да-да-да-да-да, это как раз-таки живой бодрок. Ой, только у меня нет ни оружия, ничего, зато у меня есть очень много денег и желание вылечить бабушку. Давай-давай-давай, оп-оп. Я сейчас помогу, Киса, погоди, я не могу понять, где давай, кто. Давай, а я тут пока устрою шоу, посмотрю со стороны, поем рыбу. В смысле, со стороны посмотришь? Ладно, я шучу. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Уф. Вообще, мне кажется, то, что нам трех штучек хватит, если что. Тебе кажется? Да, я думаю, да. А там всего по три вроде выпадает, или побольше. А, не знаю, ну, в любом случае, давай парочку добьем, и я думаю, что можем ехать к бабушке, как ты думаешь? Да, хорошо, без проблем. Смотри, я уже подобрала... 12 штучек у меня есть. Ой, а можешь, пожалуйста, застрелить этот живой бодрок? Конечно могу, почему бы и нет? Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла. Ой, смотри, что у меня... Патроны закончились? Нет, патроны не закончились. На, смотри, у меня есть когти и бутылка. Откуда ты еще одного согрела, Кыса? Да я не знаю, все, валим, валим, валим. Мне кажется, их тут бесконечно будет спавниться, поэтому уходим. Они не спавнятся, их просто здесь по факту много. А, все, в машину, давай, я за рулем. Бензин, бензин, жрать хочу, бензин. Меня трусит, подожди, трусит, трусит, трусит. Да беги ты, твою кукурузу. Да меня трусят, говорю, очень сильно трусят. Ничего, не вылетишь, ты пристегнись всегда, ребята, пристегивайтесь в машины, потому что опасно. А ремень вас спасет, поняла, Кис? Поняла, только меня по-прежнему трусит. Кис, тебя за рулем нету. Киса, Киса, что происходит? Киса, Киса. Да вот я тут. Все, пойдем тогда к бабушке. Слушай, мне кажется, мне папа вставит за то, что я тут пол леса вынесла. А мы ему не скажем, что это ты. А как? А кто еще? Сказать, что это бодроковая кошка. Я, знаешь, просто он знает, что я люблю все динамитом взрывать, так что он мне не поверит. Кис, ты где? Я уже обошла так на другой стороне. Или я думаю, то, что мы даже здесь можем серию закончить, как ты думаешь? А бодрок твоей бабушке отдать? Ну, сейчас уже после серии. Или ты хочешь прямо сейчас? Ну ладно, давай после серии. Ну, поэтому, ребят, если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Если вы досмотрели до этого момента ролик, то напишите в комментариях, давайте слово «динамит». И тогда мы будем знать то, что вы клевые ребята, которые смотрят ролики до конца. Не забывайте подписываться также в соцсетях, ссылочки везде и на все есть в описании. И смотреть ролики слева и справа. А с вами были Неку и... И Фласочка. Всем пока-пока, ребята. Всем пока.